Нужно еще так учитывать то, как достаточно грамотно играет на всем этом Ильхам Алиев, президент Азербайджана. Он, видя, так скажем, жесткую конкуренцию между Западом и Россией, и то, как на Западе сейчас, особенно Франция, выражается в отношении Азербайджана, он, выражая свое недовольство действиями Франции и действиями президента Макрона, между тем покрывает спину также России, так скажем. То есть говоря о том, что вот не Запад, так скажем, сдерживал Азербайджан, А или, Россия? да, или не посредством Запада было установлено данное перемирие, а это было исключительно, здесь была велика роль России и значение России. То есть достаточно тонкая игра ведет в этом плане Ильхам Алиев, играя на противоречиях между Ереваном и Москвой. Это нужно учитывать, и этого нужно не допускать.